наверное, в 73-м году. Как сейчас? Нет, в 74-м. Это когда был куплен, говоришь? В 74-м году. Мы тогда с мамой после первого класса поехали в этот, в Москву, и вот там вот этот вот набор был куплен. В детском мире или где? Да, наверное, в детском мире. Сейчас уже точно не помню, но, наверное, да. Тут, правда, уже не все из того, что вот здесь вот там что-то он раздали. Все-таки ты что-то на фляжку-то поменял. Нет, ну что-то там ушло там, конечно, да. Вот это было. Я, может, вот это, кстати, и принял вот за то, между прочим. Вот это было. Ну-ка, открой коробочки-то. У меня что-то из него частично, вот из этих наборов, ведь они продавали что-то отдельно, да? Отдельно просто продавали, отдельно потом продавались, да. Вот БТР-70. А у тебя, видишь, прям в коробке. Вот, БТР-70. Не крутится больше. БТР-60. Что-то вот такое. Ну-ка давай вот это с ракетой, что там у тебя? И поставим ее на стол. Ракета, блин, разбитая. Сейчас посмотрим. Ну, ты ее, наверное, запускал очень часто. Наверное. И я даже... Ну, по-моему, что-то там отвалилось. Ну, правильно, говорит, я ее часто очень запускал. Даже... Ты как кореец северный. Вот у нее тележка передняя пропала. Отвалилась. Вот это вот. А так, в общем, целое. Вот это мы уберем. Ну, по-моему, даже поднимается. Пожалуйста. Ты смотри, вообще шикарно. Вот это 74-й год. Это тебе сколько лет было? 8. 8 лет ты вот в Москве купил, это все дело, да? Ну-ка, вот как эта коробка-то называлась? Тягач ракеты. Блин, да это офигенно просто. Да. Вот такая штука. Может быть, кстати, в то время я только склеил еще свой первый ЯК. В 74-м мне там что-то... А, нет, даже еще не клеил. Что ты, в 74-м тебе 5 лет было. Какой 5 лет мне? А сколько тебе? В 74-м мне был. Ну, в конце я только исполнил, да. Ну, эхо, блин, тяжелая. Тяжелая вещь. Са, тут подсвечу. Подсвечу. Да. Это тоже вот все, да? Тоже 74-й год. 74-й год, да. Это то есть вот прям набор конкретный. Да. Ну, говорю, там с набора кое-что разошлось уже. Вот это вот, видишь, противотанковая установка. Это не сам БТР. Здесь БТР сам 152 был, а это противотанковая установка на его базе. А, нет, смотри, БТР. Коробка только осталась. Тебе звонят. Спокойный, как огонь, спокойный, как гранит.